Пойдем. Вот он. Здоровенный! Боже, да, он такой, который мы в Перу снимали. Здоровенный. Нет. Он как пол руки. Можно вон банку консервную рядом положить, хочешь? Да. Знаю. Со всех сторон. Он вообще шипит. Он сдох? А не. Вот это не движется. Он выжидает момент. Я поняла, у него тут не жопа, а лицо. Да. Нет, он не дохлый. Нет, он не дохлый. Он просто чё-то тупит. Может быть, машины испугался. Давай палкой потыкаем в него. Коротенькая. А ну, держи. Ты боишься, что он как прыгнет на тебя? Да. Или очень быстро снимаешь? Да. Только аккуратненько. Нет, не очень быстро он бежит. Нет, он какой-то заторможенный. Может быть, ему уже холодно? Ну, ползет. Ух ты, какой прикольный. О, приближай. Класс. Подходи поближе. Я не могу приблизить больше. Ну да, я имею в виду поближе подходи. Ой, какой клёвый. Лень, как он идёт. Ой, чё? Ой, какой. Класс. Ну, не сильно разнервничался твой палки. Просто он... Просто пошел. Пошел. Да, я сверху его сниму. Давай. Как медленно идет. Угу. Да, с пол руки размером. Угу. Медлительный такой. Да. Что он ест, интересно? Не знаю. Опять подтупливает. Угу. Надо его с дороги, наверное, прогнать. Ну, что давай машина? Палкой его машина дотыкаем. Давай. Иди. Нет. Может быть, он какой-то больной? Да нет, он просто, что ему уже холодно. Они же не теплокровные животные. Не может. Как идет? Ну, по виду нормальный, не какой-то больной. Угу. Капец, какой робот. Угу. Если бы знать, что он не ядовитый, я бы его в руки взял. Он, скорее всего, ядовитый. Не знаю, говорят, что волосатый не ядовитый, но он не очень волосатый, немножечко. У них же еще вроде как волосы эти как работают, как стрекательные штуки, типа они ими могут. Ой, ну не дай бог, слушай, такой огромный. Страшно. Вот эти впереди еще два уса страшные. Да. Все, ушел в сторону. Что у нас тут вид? Оп. Все, холодно, пойдем.